Жители двух районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды. Ее отключат в пятницу в 11 часов вечера в Центральном и части железнодорожного района от железной дороги до центра. Рабочие отремонтируют водозабор на острове Посадном, а на Казачьем работы запланировали на начало августа. Со 2 по 4 число холодной воды не будет в оставшейся части железнодорожного и во всем Октябрьском районе. Это последнее отключение в сезоне.